игра была хорошая, соперник активно играл. У нас где-то не получилось забить свои голы. Моментов было достаточно. Реализация у нас хромает. Будем над этим работать. Спасибо сопернику за игру. Не получилось реализовать свои моменты. В некоторых аспектах не доработали. Будем работать над своими ошибками и добавлять в хоккей. Ну, хорошая игра. Допустили много ошибок в обороне. Ну, повезло, что в атаке столько забили. Было еще много моментов, но их мы не реализовали. Хороший соперник, бьются. На каждую игру выходит с настроем. Ну, наверное, в обороне не помогли вратарю войти в игру. Ошибки допустили. Ну и в атаке много моментов разбазарили. Спасибо, что ходите на наши игры. Чувствуется ваша поддержка.